कृपा सिंधु सुसंपूर्णो सर्वसत्तोपकारकः निस्पृहो सर्वतो सिद्ध्यो सर्वविद्या विशारदः सर्वो संशयो संक्षेत्वा अनलस गुरुराहु कृपा सिंधु सुसंपूर्णो सर्वसत्तोपकारकः निस्पृहो सर्वतो सिद्ध्यो सर्वविद्या विशारदः सर्वो संशयो संक्षेत्तानुलोस गुरुराहित। सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद टोल इफ समबडी थिंक मी एनिमी Шрила Прабхупад сказал, что если кто-то думает обо мне как о враге, что я его враг и действует соответственным образом, то Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорит, что если кто-то говорит плохие вещи обо мне без всякой необходимости, без всякой причины, то, о Господь, моя единственная молитва Тебе, чтобы я смог сделать что-то плохое для этих людей. Это моя единственная молитва. У меня есть такая решимость, то, что хотя они могут быть против меня, но все же я молюсь Твоим лотосным стопам, чтобы я смог сделать что-то хорошее для них. И не должно быть никакой ненависти, никакого негатива в моем сердце. Это такова молитва Тебе. Чистый саду. Это естественно для них, что сердце чистого саду, оно имеет подобное состояние. Санатана Госвами, сегодня день ухода Шрилы Санатана Госвами Пада. И в то же самое время сегодня Гуру Пурнима, но перед этим мы хотим понять эту шлоку. Много раз до этого я уже говорил вам, что если вы хотите стать успешным в этой жизни, если вы хотите стать успешными именно в этой жизни, если вы хотите достичь лотосных стоп Верховного Господа в этой жизни, то тогда вы должны продать себя, свою голову лотосным стопам чистых гуру и вайшнава. Вы должны предаться полностью им, отдать себя без остатка, буквально продать себя им. Вы не можете оставить для себя никаких личных интересов. Поскольку, когда вы принимаете дикшу, в то время ваша жизнь, она должна быть поднесена лотосным стопам гуру вайшнавов. А если у вас нет такого полного шаранагати, то тогда дикша, то, что вы принимаете дикшу, она не настоящая. Not possible actually. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорит, что Гаудия Матх — это место, где все время происходит Хари Санкиртан, а Пракрита Харикатха происходит. Те, кто приходит в Гаудия Матх с какими-то посторонними целями, они видят проблемы внутри Гаудия Матха, они не могут находиться в Гаудия Матхе, поскольку все время Апракрита Харикиртан, Санкиртан происходит там, в Гаудия Матхе. И вот эти люди, которые пришли в Гаудия Матх с посторонними мотивами, они не хотят слушать Харикатху. И они думают, что это противоречит их
каким-то личным интересам, корыстным интересам. И поэтому те, кто приходят в Гаудия Матх с другими целями, они не могут долго жить в Гаудия Матхе. Гаудия Матх, значит, это не какое-то здание, построенное из песка кирпичей. То есть это не просто какое-то знание, а какие же трансцендентные качества Гаудия Матха. Не каждый может их понять. Это Гаудия Матха — это то место, где все время происходит Хари Санкиртан, там, где все саду, они делают все для... They are seeking the satisfaction of Chaitanya Mahaprabhu 100%. Удовлетворение Шри Чайтаньи Махапрабху. Because Chaitanya Mahaprabhu is Sankirtan Pita. Поскольку Шри Чайтаньи Махапрабху — это Санкиртан Пита, он отец Санкиртана. So how we can satisfy? И как мы можем удовлетворить Шри Чайтанью Махапрабху через Санкиртан? Под руководством Гуру и Вайшнавов, если мы сможем совершать совершенный Санкиртан, то с помощью этого Санкиртана Гуру Вайшнав будет доволен нами, и Шри Чайтанья Махапрабху тоже будет доволен нами. И с помощью этого Харинама Санкиртана мы можем получить наивысшую степень на пути Рагануга Бхаджана. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит: все, что связано с саданой, и с нашей саданой, и с нашей садхи целью, все можно обрести в Харинам Санкиртане. Big point, actually. First of all, you can find вот в начале всего в Упанишадах можно найти такие слова. Tasmād gurum prapadyeto jiggāsu sreya uttamam. What is that uttam jiggāsa? Что такое uttam jiggāsa? What do you mean by uttam jiggāsa? Что значит эти слова? Topmost question. Это такой наивысший вопрос. What do you mean by uttam jiggāsa? Uttam jiggāsa mean according to Vedanta Sutra. Uttam jiggāsa значит согласно Vedanta Sutra Adhata Brahma jiggāsa. И этот вопрос зовется таким высшим вопросом, самым важным. Или если говорить языком Санатана Госвами, in front of Sanatana Goswami, Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu speaking all about. Перед ним Шри Чайтанья Махапрабху он рассказал все о Бхагавад-татве. И Санатана Госвами спрашивает, можно найти эту тему в Шри Чайтанья Чайтамрите, в Санатана Сикше. Кто я и почему я страдаю от этих тросных страданий? How I can get highest benefit? И как я могу обрести наивысшее благо, я не знаю. Я обусловленная душа. And how I can stop? И как я могу прекратить this kind of, этот, you know, burning feeling? How I can stop? Это чувство, более чувство. Эти страдания. Тапа-трой значит. Это три волны материальной природы, они всегда причиняют нам какие-то страдания. Sabde parichani snatam brahmani upasamasrayam tasmad gurum prapadyeto jigyasu sreyam uttamam. So you will have to approach sadguru. Приблизиться к садгуру. Садгуру, Парамхамса гуру. Парамхамса гуру. Who is guru? Chaitanya Mahaprabhu speaking. А что такое гуру? Шри Чайтанья Махапрабху говорит.
Тот, кто сведущ в Кришна-таттве, кто чувствует, не просто говорит об этом, а чувство у него есть. То есть тот, кто говорит из своего сердца о Гуру-таттве, тот, кто знает Кришна-таттву, Гуру-таттву, он и есть Гуру. Мы не заинтересованы в том, как, с какой касты он, какого происхождения, цвета кожи, это не важно. Я в будущем буду более подробно говорить об этом. Вот для случая Рай Рамананды Читания Махапрабху говорит. Рай Рамананда говорит о себе перед Читания Махапрабху, что он шудра. Rai Ramananda Mahasaya is identifying himself in front of Chaitanya Mahaprabhu that I am Shudra actually. But Chaitanya Mahaprabhu wanted to prove that Chaitanya you are topmost Brahman, not Brahman, you are more than Brahman. Доказывает ему, что не просто Браман, а лучший из браманов, лучший из гуру. Во всем мире мы не можем найти такого гуру, как Рай Рамананда. Он бесподобен. Все качества гуру таттвы можно видеть в Рай Рамананде, хотя внешне он грихаска еще и шудра с его слов. И хотя он работает с этим губернатором Видьянагара. Though we can find he is acting as governor in Vidyanagar, South India. Это в Южной Индии. И как это возможно, он занят своей работой, много всяких юридических проблем в его жизни, но его духовная жизнь, она превосходна. That he always feeling Krishna. Он всегда чувствует Кришну. Also, when и когда Гуру Махарадж, он дал мне наставление, он рассказывал о своей жизни. И вот он, Гуру Махарадж рассказывал, когда он был маленький, был какой-то вайшнав, который занимал большой пост в правительстве. И вот тут тот же вайшнав, он также был великим преданным, как Шрила Бхактивинода Тхакур. Никто не может понять настроение Шрилы Бхактивинода Тхакура. Настолько великолепно, настолько он возвышен. Он личный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху, но все же он работал, занимал какую-то правительственную должность, очень достаточно высокую. Но внутри он был полностью преданным. Это зовется Юкта Вайраги. Балансированная вайраги. Yuktavairagya means in one sentence. Yuktavairagya значит. Everything. Все. A Vaishnava anything and everything doing. Все, что бы ни делал настоящий Вайшнав, он делает это все для удовлетворения Верховного Господа. И это зовется Yuktavairagya. We can see the topics of Gopika. Как в случае с Гопи, они могут делать все для Кришны, но это их отреченность, их Yuktavairagya. Now is one vital point. You will have to approach such a Sadguru, Paramahamsa Guru. То, что мы должны приблизиться к Парамахамса Гуру, к Садгуру. Сагуру ме бхави гачет. One slok from Upanishad. Из Упанишад вот это шлока. And with Samit. Samit means? Fat for sacrifice, you will have to collect some wood. But inner meaning is that you will have to throw your desire, everything, and fire. И также говорится, мы должны принести какие-то упанаяны. They like to take you in front of. То есть какие-то дрова для жертвоприношения, образно говоря. То есть мы должны пожертвовать всеми своими желаниями посторонними. Гурудев, он может привести нас к абсолютной истине. Упанаяти ити упанаям. A disciple, a sisha, is
Вот когда гуру, он приводит ученика к абсолютной истине, это процедура упанаяна называется. So very vital point is that. И вот очень важно в этом. If you want to know that, если вы хотите узнать об этой татве, so you have to approach. Вы должны приблизиться, приблизиться к настоящему садгуру. Тот, кто следующий в Кришна татве, не только, также вот, вот он должен соответствовать этим словам. Шабда значит Шабда Брахма, и о Шабда Брахме говорится. About Shabda Brahma, it is written, Anantaparam Kila Shabda Sastra. Shabda Sastra is like ocean, infinite ocean. Подобно бесконечному океану, бесконечному океану. Now Shabda Brahma, Parabrahma. И вот Шабда Брахма и Парабрахма. You will have to. Мы должны приблизиться к истинному садгуру, кто может развеять все наши сомнения, все вопросы. Если Гурудев не может избавить вас от ваших сомнений, то какой же он гуру? То есть говорится, что любые сомнения, любые вопросы, которые находятся в вашем сердце, Гурудев, он способен разрешить все ваши вопросы и сомнения. Самого и избавить вас от корня всех проблем, всех желаний посторонних. Гурудев, он может сделать все, и мы должны приблизиться к такому садгуру, который обладает этими качествами. Шабда Брахма, он следующий в священных писаниях и в святом имени, и также у него есть настоящее чувство, не какое-то косвенное, а именно прямое чувство служения. Чувство служения должно быть такое непосредственно в его сердце, поскольку он должен был занят в этом служении. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорит, что тот, кто круглосуточно занят в служении Хари Гуру Вайшнава, нами, тот, кто всегда занят в этом, все 24 часа, all the time busy. Тот, кто даже не отдыхает, а постоянно занят в служении, то он есть гуру. What he can give to me? И что же он может дать нам? Он может дать нам такое прямое чувство его, самого, его служения. Садгуру, он может вложить чувство своего сердца в ваше сердце. Feeling inside my heart. Otherwise, is not guru. Иначе он не гуру. That day you can remember, I was speaking about some guru tattva. Вы помните, я говорил о гуру татве. That day I told from Vayupuran. Из Вайупурана. What shloka I told you? Я цитировал одну шлоку. Вот эту шлоку. Stapayatyopi. Stapayatyopi mean? He can transfer, he can inculcate his own feeling of seva. Он может вложить свое собственное чувство севы в ваше сердце. If initiation means посвящение, что значит посвящение? Просто взять какую-то мантру, и у вас нету чувства, то это не настоящее посвящение, не настоящая инициация. Практикующий ачарья, кто это? Тот не просто говорит, еще и делает то, что он говорит. So is a big issue. Successful вот кто, что значит настоящий успешный ачарья? Может, он может красиво говорить, но если он не может вложить свое чувство сердца в ваше сердце, то он нельзя сказать, что он настоящий успешный ачарья. Он может вложить свое чувство севы, то есть если он сможет вложить
свое чувство служения в ваше сердце, то он и есть успешный ачарья, поскольку бхакти, оно подобно семени. Бхакти – это естественная функция души. Мы знаем об этом, но… Но мы должны обрести, осознать это, мы должны получить семя бхакти. Бхутатва – это очень обширная татва. И вот сегодня день Гуру Пурнима. Today actually Guru Purnima. So in Guru Purnima day we must understand Guru Purnima. Мы должны осознать Гуру Татву. Then we can и тогда understand мы можем понять, что дикша, что такое бхакти. First sloka I started with Kripashindu Sushantuna. Шлока, с которой начал Крипа. Kripasindu mean? Kripasindu значит он океан милости. Kripasindu. Kripasindu он океан милости. Susampurna is himself satisfied totally. Он самоудовлетворен полностью. Kripasindu Susampurna means? Kripasindu Susampurna значит. То есть гуру, который не удовлетворен, стремится к положению, к уважению, к богатствам, он не гуру. То есть если в вашем сердце есть какое-то неудовлетворение, то вы не гуру. Вы не садшишья. Вы не садгуру в этом случае. Что это значит? Поскольку садшишья, он есть садгуру. Если мы подумаем, то увидим, что тот настоящий ученик, то он есть настоящий гуру. Как Ишвар Пурипад, он не отличен от своего гуру. Матхавендра Пурипада и наоборот. То есть садшишья, он, можно сказать, равен садгуру. Он, если он не был настоящим учеником, то настоящим гуру он, соответственно, тоже не станет. И вот Крипасинду – это океан милости. Эта шлока, она является собой превосходное объяснение Гуру Татвы. Гаудия Кантхакар, это шлока, и Хари Бхакти Виласа тоже он цитируется. Сарва Сатто Пукара Каха Нисприхо Нисприхо ми, no attachment. Вот это слово значит, что он не привязан, у него нет никаких желаний. No smell of desire. Не просто желание, даже запаха, просто у них желания нету. Сусампурна значит он полный. Кришна бхакти, Кришна гун сакали санчари. Кришна is always satisfied. Кришна полностью самоудовлетворен и преданные, которые поклоняются Шри Кришне. Их качества, они тоже могут явиться в них, не могут явиться. И если Кришна доволен, он полностью удовлетворен, то преданные Кришне, они тоже. Saturation means какое чувство должно быть в них? Complete. То есть они должны быть полностью удовлетворены. Садгуру или садвайшнав, настоящий гуру и настоящий вайшнав, они всегда хотят принести какое-то благо всем живым существам. Всем обусловленным душам, всегда. Всегда думают о том, как совершить что-то хорошее для всех обусловленных душ. Это сердце. Чувство сердца садгуру и садвайшнавов. From sat, this satya, this word coming. Слово from sat, sat. Слово сат, слово сатья происходит. Сат, значит, если есть вечное существование, то это называется сат. Если не было бы такого вечного существования, то это уже не сат. И вот Бхагаван, он вечен.
Гуру Вайшнавы, Садгуру Вайшнавы, они тоже вечны. Дама и имя святого, и святое имя Господа, они тоже вечны. Вечно. Actually, all jivatma, they are eternal. И все живые души, они по своей природе, они вечны. Man is mortal. Человек смертен, это хорошо, но душа, она бессмертна. Atma is not mortal. Body going to be тело, оно может finished. Разрушиться с течением времени, но душа, пребывающая в этом теле, она вечна. Вечна. So, Jiv Nitta, Jivatma is Nitta, Bhagavan вечна. Nitta, и Bhagavan Bhakti Nitta, вечен. All in same line. И Bhagavan, они тоже вечны. But in bonded condition, но в обусловленном состоянии души, которые находятся в падшем состоянии из-за влияния майи, которое покрыло их сознание. So they are acting и поэтому like действуют как люди, которые одержимы. То есть человек, который селился, которого селилось привидение, он действует как сумасшедший. Which ghost? So he is like acting like a madman, you see? And Chaitanya Charitamrita, you can get complete explanation. И Читамрите можно найти объяснение этому. When Maya catching somebody is acting like a man caught by ghost. И вот когда Майя влияет на кого-то, то этот человек, он становится как одержимый привидением. This way actually somehow, таким образом, if you can так или иначе, если вы сможете встретиться с чистым Гуру Вайшнавом, и вот Guru в этой шлоке говорится, обусловленные души, бесконечное число времени, они путешествует по разным брахмандам, рождаются, умирают. Иногда они рождаются в раю, иногда в аду, иногда они становятся царем, иногда нищим, иногда женщинами, иногда мужчинами, иногда насекомыми или какими-то другими животными. Тиграми или прочими, и таким образом обусловленные души, они путешествуют по всем, всей Брахманде, но если по своей великой удаче они могут встретиться с великим Вайшнавом, как Санатан Госвами, Рагунатас Госвами, Шрила Прабхупада, Рагунат Бхатта и Шрила Бхактивинода Тхакур и прочими спутниками Верховного Господа, то если по их великой удаче не встретиться с ними, то тогда можно получить возможность освободиться от влияния майи. И сочетание Читамрити говорится, «Пишачи пайле йотха мотиччанна хай, майабаддха живе рай сейбхав удай». Pisachi mean witch. I mean ghost. When ghost going to catch somebody, вот then he is acting like a madman. Pisachi paile yata sichchan hai. Maya bhat Bonded soul like to. Она bonded soul always хочет like to follow his crazy mind. Следовать своему сумасшедшему уму. Они обусловленные души не следуют Гуру Вайшнава. А эти обусловленные души, они всегда следуют своему уму. Они думают, что их господин это не Гуру Вайшнава, а их беспокойный ум.
Если вы думаете, что Гуру Вайшнава — это ваш авторитет, ваш повелитель, то в этом случае нет никакой проблемы. Много раз до этого я уже говорил о том, что мы хотим жить под руководством этого божественной природы. Мы хотим жить под руководством Гуру Вайшнава. Но обусловленные души, они сами хотят контролировать Гуру Вайшнава. You are going to die this way. You can die 100%. И таким образом они обречены на смерть. Bonded soul for his own pratishtha, для своей собственной пратишти, position, rank, положение в обществе, уважение, богатство и прочего. Get control over Guru Vaishnava. Они пытаются контролировать Гуру Вайшнава. Они хотят наслаждаться именем и славой Гуру Вайшнава. If not 100%, если не все, if not 100%, 99.99%, this kind of mood going in this society, we like to enjoy the name and fame of Guru Vaishnava for our personal end. Два обусловленные души, у них такое настроение. How I can understand that you love Guru Vaishnava? И как можно понять, что вы любите по-настоящему Гуру Вайшнава, либо хотите наслаждаться ими? Как понять это? Шрила Прабхупад говорил, что если вы видите, что нет никакого личного интереса в сердце преданного, никакой корысти. Anyway, 100% he always like to speak about that absolute truth. Он всегда хочет говорить об абсолютной истине. Он не боится. He never fear to speak about that absolute truth. Говорить об этой абсолютной истине, то тогда будьте уверены. He is actually он Вайшнав. Otherwise not possible. Иначе это невозможно. Impossible actually. How you understand? The somebody coming in the guise of Vaishnava is putting tilak, mala, поскольку если кто-то может одеться в одежду Вайшнава, поставить тилак, вести себя как-то красиво. Very nice, sweet behavior. But still inside his heart. Но все же внутри его сердца. If you can go and watch there in material market, those who are top businessmen, увидите какие-то бизнесмены на рынке, они so очень sweet. Красиво себя ведут. So sweet. Поскольку перед тем, как совершить какую-то сделку, их такая тактика. Они очень умны. It is the fine, you know, they are very clever. It is a fine tactics to buy you before doing any business dealing with you. He like to buy you. What you can take? Hot tea or cocoa, you know, coffee or cold drinks. What you fancy? This way you like to get to sit in the shop, and in business class, so now after that you can cut your throat, you see? You can cut your throat in fine knife. Потом какие-то напитки, а потом как сказать, ну, продают вам то, что им нужно продать. Very nice. This way actually, таким образом, if you see, вы then you can understand. If you увидите это в таком свете, то bhajan, тогда поймете, что если вы совершаете баджан, следуете чистым Гуру Вайшнавам, то тогда вы сможете понять это. Иначе нет, поскольку есть так называемые Вайшнавы, так сказать, не настоящие. Они просто себя хорошо ведут, втираются в доверие и обманывают вас в итоге. So you see, и вот смотрите. Actually, kipasindu susampurno sarva sattva pakar kaha nispriyo no desire there inside is heart. No desire inside his heart. No desire. Sarva sattva pakarva nispriyo sarva to siddhyo sarva vidya visharadaha. Is sarva vidya visharadaha mean? In all vidya.
All vidya is mine. All vidya. Total. All vidya means if he is knowing Krishna Tattva, then all vidya you can know. Если он знает, вы знаете Кришна Таттву, то все остальное явится в вашем сердце. Согласно шастре, если кто-то знает Кришна Таттву, он знает все. Jasmin gyakte sarvamidam vigyatam bhavati, jasmin prapte sarvamidam tatm bhavati. If you get Krishna, if you can get the lotus feet of Krishna, если вы Krishna, then everything complete. То все. You cannot have вы обретете все, у вас не будет никаких долгих желаний. Как Прохлад Махарадж или Друва Махарадж. Я стремился к каким-то осколкам стекла. Но по Твоей милости я обрел Тебя. Я стремился к каким-то осколкам стекла, но я обрел драгоценность, такую великую драгоценность, как ты. Я обрел твои лотосные стопы, я полностью удовлетворен. Я не хочу больше никаких благословений. О Господь! I already get you. Я уже обрел твою милость. So now I am satisfied. Сейчас я полностью удовлетворен. Не нужно ничего еще. Это такое состояние. Jasmin gyatya sarvamidam vigyatam bhavati. Jasmin praptya sarvamidam praptum bhavati. From Upanishad we can get this. Из Упанишад мы можем найти эту шлоку, что если вы обретете Кришну, то тогда what you can expect more? Что еще нужно? Anything you can expect? Если вы обретете Кришну, то больше не останется ничего, что можно обрести. И вот в Рамананда Самвате, где Шри Кришна Чайтанья Махапрабху и Рай Рамананда они обсуждают, Махапрабху отвечает на его вопросы. Махапрабху говорит, что обусловленная душа, она всегда пытается. Bonded soul, though they have billions of dollars, they are number one beggar. Есть миллионы долларов большое богатство, все равно чего-то еще просит, поскольку ее сердце, но не удовлетворено. И хотя у нее есть много денег, уже, но все же они все равно просят, поскольку их неудовлетворенность не ушла, они хотят еще, еще, еще. И Чайтанья Махапрабху говорит, это обусловленная душа, она глупа. И вот Чайтанья Махапрабху говорит, এই তো মূর্খ আমি বিজ্ঞ এরে বিষয় কেন দিব আই এম অ্যাকচুয়ালি ওয়াইজ что я and he is foolish мудр она глупа so unnecessarily he is asking и это обусловленная душа она всегда просит чего-то bonded soul through his material desire inviting some problem to come in материальная болезнь это обусловленная душа она так призывает различные проблемы в свою жизнь. И проблемы с этими несчастьями не приходят к ней. И вот из-за этих материальных желаний различные проблемы они также приходят с ними. Но Махапрабху говорит, что Кришна говорит, что я очень мудр. Кришна, он самая мудрая личность, самая мудрая личность. И в то же самое время Кришна, он Джагадгуру, он гуру всего мира, Баладев Кришна. He is begging for some, you know, matter, material benefit, affluences,
И почему я должен давать какую-то материю этой обусловленной душе? Лучше я сделаю так, чтобы забрать все материальное от этой обусловленной души. И я дам нектар с моих лотосных стоп. Lotus feet, from my lotus feet I can give nectar from my lotus feet and give to his tongue. You test, try to get the test. Like Sanatana Goswami speaking in front душа, of Rupa Pada Saipa in Allahabad. Как в Аллахабаде, and the three confluence of three на слиянии трех рек Ганги, Ямуны и Сарасвати. After speaking, после того, как all about, you know, Prayajan Tattva, было рассказано о Прайоджан Таттве. Прайоджан Таттве, very when Обидья also speaking, Чайтанья Махапрабху, but they are topmost secrecy with Рупа Госвами Пад. After discussing, after speaking so вот many после things того, как они обсудили многое о Кришна Баджане, о том, какую расу мы можем обрести, какое великое благо. Crying, Sanat, и после этого все Чайтанья Махапрабху начал плакать: «О, Рупа, я не смог ничего сказать тебе». Speaking in front of Rupa и вот он Gosai, говорит Рупе Госвами: «Hey, Rup, о, Рупа, я не смог ничего сказать, поскольку Кришна – он океан красоты, океан красоты и прочего, а я даю тебе такой небольшой вкус. Я просто хочу тебе дать каплю этого нектара. Ты попробуй его, насколько он прекрасен. Как он, этот нектар?» Если Чайтанья Махапрабху говорит: «Я дам тебе немного, чтобы ты обрел вкус, что Кришна, он океан блаженства». Кришна, он океан блаженства. Что такое Ананда? When you can hear my life going, I'm going to die shortly. When you can hear. Наша жизнь очень коротка. You're also going to die. I'm also going to die. Я и вы скоро умрем. In Vedanta Sutra, Anandam Brahma. Говорится, что Ананда Брахма. So many negative, positive discussion from Shankaracharya, from Jivapad, from different angle of point of view. Chaitanya Mahaprabhu, Achinta Vedavad Tattva, so very topmost secrets. So Anandam Brahma. И вот Анандам Брахма. Means? Значит. Упанишад. В Упанишадах, в Светошватара Упанишаде говорится, что Кришна, он Парабрахман, он Ананда. Он Кришна, Ананда, он воплощение Ананды, воплощение блаженства. Кришна. Кришна is the embodiment of Ананда, full of Ананда all the time. Он полон блаженства. Все вся Ананда, которая приходит в этот мир прямо или косвенно, она вся исходит из Кришны. А Джива, когда она обретает это блаженство. Кришна, он олицетворенная раса. Раса эва хи айам. This Krishna is the embodiment Krishna, of Ananda. Раса эва хи айам. Воплощение Ананды, воплощение Раса. Then, лабдхананда бхакти. From Krishna they can get enjoyment and direct enjoyment, indirect, negative or positive, all you can get. In this material world, то есть все радость, вся радость, все блаженство, но все исходит из Кришны прямо или косвенно. So now, и вот Сатгуру Сарвасатва Бхагаваха Нисприя Сарвато Сиддха Сарва Видда Вишарада. If you are knowing Krishna Tattva, я хочу сказать, что если вы знаете Кришна Таттву, то вся видья, вы все обретаете. Все знание. И внутри Кришна Таттвы вся видья присутствует.
Если вы знаете Кришну, вы можете знать все. Says the topmost clarification. И вот это высшее такое given by пояснение, данное Рупой Госвами Падме в Расамрита Синду. Это шлока. Very nice shloka actually. Now Kripa Sindhu, we can see the same thing with Sanatana Goswami Pad. То же самое можно видеть в случае с Санатана Госвами, но перед тем, как говорить о нем, я хочу сказать о Гуру Пурниме. Я хочу рассказать вам кратко о Гуру Таттве. So by now you can understand who is effective acharya, who is not. Я говорил о том, чтобы вы поняли, кто такой настоящий, такой эффективный ачарья, эффективный гуру, кто может вложить бхакти, кто может вложить прямое чувство в ваше сердце. И если Мадхурадев не может вложить такое прямое чувство в наше сердце, то что мы можем обрести от него, если мы не можем получить чувство Сева из его сердца, то что мы можем получить, поскольку это высшее богатство? Много раз я говорил, что я не какой-то лектор из университета, что вы не можете ожидать какую-то красивую лекцию от меня. Я не лингвист, что вы не можете ожидать какой-то красивый язык от меня. А что вы можете ожидать получить от меня? То прямое чувство, которое Гурудев уже вложил в мое сердце, то этим чувством я могу поделиться с вами, если, конечно, вы заинтересованы. И тогда я могу поделиться этой бхавой, этой чувством с вами. Swasmin bhavan chakesav. Swasmin in Bhagavatam it is written, swasmin bhavan chakesav. If my Guru Maharaj having если мой Гурудев, он имеет чувство севы служения about Madhusudan, Krishna, Shyam Sundar, Sasmin Bhavan Chakesabe, my Guru Maharaj is feeling. I like to get that property from my Gurudev. Now you understand? И вот мы поняли, Баладев Видьябушан много раз в Упанишад Бхаши, Веданта Бхаши, он писал о безупречной гуру парампаре. Баладев Видьябушан пишет об этом. Он говорит, Nirabhakara Guru Parampara means flawless Guru Parampara. We want to see flawless Guru Parampara. If there is at all any interruption, breakage, мы хотим видеть такую беспрерывную Гуру Парампару. А если какой-то обрыв этой Гуру Парампары, то это беспокойство для нас. You are not going to get that поскольку power. Мы не because сможем получить силу из этой Гуру Парампара, поскольку если она прервется где-то посередине, то тогда вы не сможете это сильно... Она не может прийти к вам из-за этого перерыва. Обрыва. Эта Гуру Парампара должна быть безупречна, беспрерывна, и тогда мы сможем защитить, тогда и тогда мы сможем защитить нашу сампрадаю, иначе нет, если мы очень богаты, то этого мало, чтобы защитить нашу сампрадаю. Будьте внимательны, каждый должен знать об этом. Now actually, и вот сейчас what I am speaking about, то, что я говорю Гуру Таттве, я говорю о том, кто эффективный, настоящий ачарья, always try to understand this point,
всегда пытайтесь понять это. Иначе... Some garbage. You can bring some garbage from outside into your Вы можете принести какой-то мусор с улицы в ваш храм. Гаудия-матх – это не то место, где собираете какой-то мусор. Гаудия-матх – это не то место для мусора. Вот такие люди, которые носят такие недостойные вещи, они недостойны быть в Гаудия-матхе до тех пор, пока вы не поймете желание сердца Рупы Рагунатхи, сердца Джива Госвамипада, сердца Бхактивинода Тхакура. Шрила Прабхупада, вы не имеете права войти в Гаудия-матх. Кто сказал, что вы из Гаудия-матха? Кто, если кто-то заявляет, что он из Гаудия-матха, нужно проверить этого человека. Шрила Прабхупада говорит, что наш Сваруп Госай, он лучший из Ачарьи, Гауди Сампрадая. У Сваруп Госай есть такой камень, с помощью которого можно проверить. Тестинг стон. Сваруп Госай have some testing stone of Siddhanta Vichara. Он может проверить ваш Siddhanta Vichara. Если вы приблизитесь к Сваруп Госай, он может проверить вас, настоящий вы или нет. I can discuss this vital point someday. Very important point. В следующий раз я один из дней расскажу об этом, как понять, что Сваруп Госай лучший из Ачарьи Гауди Сампрадая. Я приведу доказательства со слов Шри Чайтанья Махапрабху. It's not good. I can discuss this point someday. Very vital point. Приносить какие-то беспокойства в нашу сампрадаю, и не нужно делать этого, поскольку Сваруп Госай, он вас поймает, арестует. У него есть инструмент, с помощью которого он может проверить, когда вы приблизитесь к Сваруп Госай, он сразу поймет, кто есть кто. About my genuinity, у нашей искренности, настоящести, если у нас есть вопрос, нужно приблизиться к Сваруп Госай, и он проверит нас с помощью этого камня, своей Сиддханты. Будьте внимательны. Никто не хочет говорить об этом, об этой сокровенной Сиддханте. Поскольку если мы говорим об этом, для кого-то это может быть проблемой. Кто-то может поймать меня за мои ошибки. Кто-то может поймать этого человека за его ошибки, поэтому об этом обычно не говорится, понимаете? И вот он кто такой настоящий ачарья, настоящий ученик, каковы их признаки. И я хочу рассказать об этом. И вот, что значит Гуру Пурнима? Что значит Гуру Пурнима? И вот Гуру Пурнима, это значит Гуру Пуджа. Гуру Пурнима. Сегодня день Гуру Пурнимы. Сегодня у нас есть золотая возможность поклоняться Гуру Таттве, такой абсолютный Гуру Таттве, как у нас есть возможность поклоняться этой Таттве. И в то же самое время сегодня мы начинаем Чатурмаса Врату. Об этом я тоже хочу сказать. И вначале я хочу объяснить, какая же особенность Гуру Пурнимы. И вот Враджаваси говорят Мури Пурнима. Мы говорим как Гуру Пурнима. На самом деле вы уже знаете, что мы, у нас у каждого есть соответствующий садгуру. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Он садгуру.
So I have the scope to worship. У нас есть возможность поклоняться моему садгуру и его явления на Чатурхе перед Дурга Пуджа, день его явления. И вот в этой Чатурхе, эти титхи перед Дурга Пуджа, Шарадкал, Магурудев, он явился в этом мире. So, и вот this time actually, в то время I have the scope to respect у нас my есть возможность выразить свое почтение Гурудеву. А в карте, вместе с карте, Сиддхартха Госвами Махарадж явился. This way, all и respective Gurudev. Так все наши соответствующие садгуру, наши Бхакти Валактирта Госвами Махарадж, явился в день Рамнавами. И вот все садгуру, время от времени они так являются в этом мире, чтобы спасти нас всех. И мы каждый, у нас есть разные садгуру в нашей жизни, и их пуджа, поклонение им очень важно. Вы должны поклоняться вашему Гурудеву. Может, сейчас вы в лесу живете, но все же вы должны поклоняться. Вы не можете избежать Гуру Пуджи. Даже если в лес как отправились по какой-то причине или еще куда-то, то все равно так или иначе вы должны поклоняться вашему Гурудеву. Садгуру. Where I go? Where from I can get all different kind of articles to worship? What articles you need? You need bhakti. Что нужно для поклонения нашему Гуру? Единственное, что нам нужно, это бхакти. You can worship Gurudev in Бадринаране, в Кедарнатхе. Через бхакти вы в уме можете поклоняться ему. Guru Puja mean? Гуру Пуджа, значит, вы должны преподнести свое сердце, ваше сердце, подобно цветку сумана. Вы должны принести, поднести свое сердце, свой ум. Это все олицетворяется цветами. Суман значит чистый ум. Суман значит чистый ум. Вы должны эти пушпанджали, они подобны цветам. Чандан. A sweet flavor of chandan. Сладкий аромат чандана, он сравнивается с желанием совершать гурусеву. Этот прекрасный аромат, он олицетворяется этим желанием совершения гурусева. Если я по-настоящему совершаю гурусеву, то аромат этой гурусевы, он может достичь даже человека, который находится очень далеко, например, в Бразилии. Если у меня есть такое чистое желание служить Вайшнавам всем сердцем, хотя у нас нет денег, нет никаких этих возможности совершать севу, но если у нас есть желание совершать севу, то этот аромат нашей Гуру Севы, он может достичь любого места на этой планете, Америки, России, еще чего-то. И они, те люди вдохновятся там, это называется настоящей проповедью. Что такое проповедь? Проповедь не значит ездить туда и сюда. В Киртане Шрила Бхактивинода Тхакура говорит эти слова. To collect money, I'm running here and there. То есть, чтобы заработать денег, я езжу туда и сюда. Если у вас такое настроение, то это не настоящая проповедь. Проповедь, значит, если у вас есть настроение служения, и если у вас есть такое-то ваше настроение служения, оно будет подобно благовонию, от которого распространяется аромат во все стороны, и также этот аромат вашего служения может достичь всего, и это есть настоящая проповедь. Санатан Госвами, Рупа Госвами, они никуда не ходили, но все же они проповедовали по всему миру.
всем и везде. Все знают, все знают имя Рупы Санатаны. Но это не значит, что что вы плохо проповедуете, я не говорю об этом. Но ваше настроение, оно должно быть чистым. Я не говорю, что прекратите проповедовать. Нет, но ваша проповедь должна быть настоящей. Ваша проповедь должна быть настоящая, если вы говорите об абсолютной истине ради какой-то корысти, вы будете наказаны Верховным Господом Баларамом. Или мы говорим полуистину, это тоже плохо. Кешав Госвами Махарадж говорит, если вы говорите полуправду, это полуправда, она тоже плоха. If I go for preaching, если я проповедую and I like to speak и half-truth, говорю полуправду, это тоже плохо. Half-truth is equal to untruth. Это полуправда, она подобна лжи. So now you have the scope to и вот у вас сейчас есть возможность поклоняться Гуру Таттве как абсолютному целому. Вас соответствующий Гурудев, который исходит от Баладева. То есть различные садгуру, они все исходят из Баладева. Ваш Гурудев, мой Гурудев, они все садгуру. Не асадгуру, а именно садгуру. Настоящие гуру, они исходят от Баларама. И у нас есть возможность поклоняться Гурудеву в день его явления. Now what is the specialty? И сейчас какая же особенность? Особенность в том, что у нас есть возможность поклоняться Садгуру Таттве как абсолютному целому. И сегодня, если я поклоняюсь Садгуру Таттве, то все наши гуру соответствующие, они все получат пушпанджали. You can remember, maybe вы можете вспомнить, пару лет назад в Шив Мандире я говорил об этой Таттве. О какой Таттве? Вьясти и Самасти Гуру Таттва. Вьясти Гуру Таттва значит ваши индивидуальные конкретные садгуру. Гуру Таттва, она уникальная, вы не можете разделить ее на части, но все же у нас есть возможность поклоняться нашему соответствующему Гурудеву и Вьясти Гуру Таттва. И самасти Гуру Таттва значит, что мы можем поклоняться всей Гуру Таттве из четырех сампрадай. Из четырех сампрадай мы можем поклоняться всей Гуру Таттве из этих авторитетных сампрадай. Любой садгуру, даже может там 2000 лет назад, может 1000 лет назад, может 1200 лет назад Шанкарачарья, он, например, он Шанкар внутри. Мы не можем сказать, что Шанкар это асадгуру, хотя он дает, он исполнял наставление Господа проповедовать. Шанкарачарья написал много гимнов во славу Вишну. Вот, например, Баджа Говиндам. Говиндам бхаджо мурамате санпрапте санните кале нахи нахи ракшати думкрия каране. So many stotra. И вот так много стотр он написал. That even not complete. So you see, so all, you know, Sadguru from different sampradayas, especially from Prun sampradaya, not from Mayavada sampradaya, but still, Mayavada sampradaya, Shankar, он находится внутри. Speaking, внутри этого Шанкарачарьи был, и он говорил о Кришнабаджане, но обычные души, обычные люди не смогли понять этого. И вот сегодня у нас есть возможность поклоняться Садгуру Таттве как целому. Самасти Гуру Таттве. Или в то же самое время Вьясадев Госвами, он явился в этот день. И кто-то говорит. So anyway, no problem, actually. Ну, в этом не проблема. И вот Вьясадев Госвами.
Now actually, Sanatan Goswamipad. И вот Санатан Госвамипад. Disappeared today. Он ушел сегодня в этот день. Also, first of all, I like to touch this point. Вначале всего я хочу сказать о том, что Чатурмаса Врата можно начать с Саяны Экадаши. Чатурмаса Врата можно начать с Двадаши, следующий день после Саяны Экадаши. You can start можно начать Чатурмасу с Пурнимы также. Three kind of system I told you. From Sayana Kadasi, так, три in Bhagavatam варианта, как начать Чатурмасю. Бхагаватам говорится в 87 главе 10 части. This sloka, you see? Tamasi adatmana samabharuta samastavaga. This sloka. They are actually those shruti. This is the prayer by shruti. Это молитва shruti in front of они. In front of Bhagavan doing some prayer. Молятся перед Господом Бхагаваном. Бхагаван и вот Бхагаван спит. Хирадакасай Вишну. In Kirsagar sleeping. Ну, в Кхирасагаре он спит. Is sleeping mean? To concentrate in Yogamaya. Спит. Ну, не знаете, что просто спит, как мы в Тамагуни. Бхагаван sleeping doesn't mean there's a sleeping like Бхагаван это не такой, как у нас. Keeping Yogamaya inside heart. И вот Йогамая, находящаяся внутри его сердца, все шакти, они входят внутрь его сердца. И он так спит без какого-либо действия. И все шакти, они все входят внутрь его сердца. И он так закрывается там и спит, он без какого-либо действия, просто пассивно спит. Но Бхагаван, он так в течение 4 месяцев он спит. Чатурмаса, значит, 4 месяца вы должны следовать. Это начиная с Саяны Экадаши. В Бхагавате мы можем найти Саяны Экадаши, мы можем начать Чатурмасю и закончить на Уттана Экадаши. Либо если в Двадаши мы начинаем, то закончить, соответственно, в Двадаши Титхи после Уттана Экадаши. Если мы начинаем в день Гуру Пурнимы, то Раса Пурнима заканчивает, соответственно, так. Три варианта, они все авторитетные, но вы должны следовать Чатурмасе Врате совершенным образом. И что это? И что главное? About this Chaturmasa Vrata. О Чатурмасе Врате. Главное то, что you need not play your head over вам не нужно думать, что делать. Можно посмотреть, что делает Шри Чайтанья Махапрабху и наша Гуру Варга. During South Indian trip, и вот во время путешествия по Южной Индии, когда Махапрабху дошел до Шрирангама, и вот Шри Чайтанья Махапрабху проповедует. Когда он пришел в Шрирангам, Шрирангам Кшетру, в дом Венката Бхатта, Тирумалла Бхатта, Венкат Бхатта, in their house, Chaitanya Mahaprabhu took decision и в их доме Чайтанья Махапрабху принял решение находиться 4 месяца, поскольку начало Чатурмаса, и 4 месяца нельзя никуда ходить. И также можно вспомнить и жизнь Садан Сиддхи Нарады. В предыдущей жизни у него была возможность слушать Харикиртаны и Харикатху в течение
4 месяцев своей деревне, несколько саду пришли туда и обнаружили, что с завтрашнего дня Чатурмасия начинается, и 4 месяца мы не можем никуда идти, мы будем здесь находиться, повторять цвет имена Господа. Слушать Харикатху, Харикиртан, и вот мы, у нас есть такая золотая возможность. Или там остались и начали совершать свою саддану. И вот если вы будете находиться с чистым вишнавом, то постоянно совершает санкиртан, так 4 месяца вы должны слушать харикатху непрерывно. И вот, что есть или не есть, это не столь важно. Шрила Бхактивинода Тхакур, он описывает подробно в одной из своих статей о Чатурмасе, Шрила Кришна Госвами Махарадж тоже, и Шрила Прабхупада, они тоже писали об этом. Но после того, как Бхактивинода Тхакур написал так много всего, что... You should not take this one, that one. It's all, you know, not so vital thing. It's vital, not so vital. То есть что-то есть или что-то не есть, это важно, но не до такой степени. То есть просто что-то есть и не есть, это не смысл Чатурмаси, поскольку главное будем игнорировать, то смысл Чатурмаси Враты какой? What benefit you can get? Какое благо вы можете обрести? You cannot take brinjal, you cannot say take bean. То есть то, что нельзя есть баклажан, фасоль, виды, все виды фасоли и прочее. Pumpkin. Лау, лау. This way actually so many restrictions there. Так много ограничений в Чатурмасе. But somebody taking 4 meals. Only taking drinking meals 4 months. Некоторые только молоко пьют в течение всех 4 месяцев, кто-то раз в день ест, кто-то на фруктах живет, кто-то на овощах только, кто-то еще на чем-то. Но самое главное в чем, что самое главное это слушать харикатху и совершать харикиртан. Если вы не будете этим заниматься, то все остальное бесполезно. Можно вспомнить жизнь Нарады. И вот этот Садан Сидда Нарада, он говорил, что мне была возможность слушать Харикатху 4 месяца иногда. Мне была возможность принимать остатки пищи этих саду, и я очистил свое сердце таким образом. Еще читание Махапрабху также. Он... Every day going to do sankirtan there in Ranganath Mandir, соблюдал, speaking Harikatha in the house of, you know, Venkat Bhatta, Tirumala Bhatta, говорил Харикатху в доме Венкат Бхатты. В то время Гопал Бхатта Госвами, он был очень мал, и он потом вспоминал, что у него была возможность массировать лотосные стопы Шри Чайтанья Махапрабху. Насколько удачлив он. И вот все гауди, они должны следовать Чатурмасе Врате. И вот и есть такое мнение, что нужно, что не обязательно следовать все Чатурмасе только последнему месяцу. А Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что это просто глупо. Они не знают о величии Чатурмасе. Одна Чатурмаса в вашей жизни, если вы совершенно соблюдаете ее, то, несомненно, у вас есть возможность при достичь лотосных стоп Шри Кришны. Кришна, значит, это полное целое. То есть, если вы стремитесь к Нарайне, то Нарайна он уже есть в этом Кришне. Если за всю свою жизнь вы хотя бы раз совершите Чатурмасию совершенным образом, то этого достаточно, чтобы достичь Галоки Вайкунтхи. Что еще говорить об этом? И вот таким образом Чатурмасию
вы должны соблюдать в Даме, если это невозможно, может, там, где вы живете, вы совершаете санкиртан, поскольку через санкиртан можно достичь Вриндавана, поскольку в киртане Шрила написано, Шрила Бхактина так вам говорится. Jedin grihete bhajan dekhi, jedin grihete bhajan dekhi, grihete goloko bhai. The day when I can do complete bhajan. И вот в тот день, когда мы сможем совершать настоящий бхаджан, то сама голока явится в нашем доме. Jedin grihete bhajan dekhi. И вот в одном из киртана Бхактивинода Тхакура говорится, что Голока явится в том месте, где совершают настоящий баджан, и где происходит харикатха, харикиртан, сочетание Махапрабху, он придет туда, он явится там, это решение Верховного Господа. It is a commitment это решение, принятое Верховным Господом, там, где мы чистые преданные, которые совершают санкиртан. Если мои преданные совершают санкиртан где-то, я являюсь там. Это мое решение. И вот Чатурмасья врата. И вот в начале Чатурмасья я сказал, есть три системы. Пурнима, если вы начнете с Пурнимы, нужно побриться Пурнима. Если вы на Картике начнете, то, соответственно, в смысле, в Экадыши, Шайна Экадыши поститься, все Двадыши, то Двадыши сад. Но если мы привыкли правила бриться по Пурнимам, то можно на Пурниму побриться и начать. И после этого Чатурмасья, как начать Чатурмасью и прочее о Гуру Таттве. И сейчас я хочу сказать о Шриле Санатане Госвами Паде, поскольку Санатан Госвами Пад, он ушел в этот день. И Санатан Госвами Пад, он такая уникальная личность, что все Враджаваси, все Враджаваси, 84 crores, all Враджавасис, they used to love Sanatana from heart. Они любили Санатану всем своим сердцем. If someday they cannot see Sanatana, если они когда-то в один день они не видели Санатану, they crying. Они плакали. After so long time you are coming here, how we can live? И потом, когда они встречались, они очень радовались, они говорили, что мы можем умереть без твоего даршана, поэтому не уходи от нас. И так они плакали. Почему ты не приходил, куда ты ушел? Почему ты ушел из нашей деревни? И вот Рупа и Санатан, они так ходили по различным деревням внутри Вриндавана. По этим 84 крошам. И когда Санатан Госвами умер, те Враджаваси, они звали Санатан Госвами Барубаба, Рупа Госвами Чота Баба. Барабаба значит старший, а тут соответственно младший. И когда Санатан Госвами Пад оставил свое тело, то все Враджаваси, они начали плакать. И когда они узнали, что Санатан Госвами, он ушел, они все начали плакать, подобно сумасшедшим, что мы умрем вместе с ним. They used to love Sanatana Goswami from они любили Санатана Госвами всем сердцем. И все Враджаваси, они решили побриться в честь почтения, подобно тому, как когда отец умирает. То, согласно ведической традиции, такого система,
вам нужно побриться, если вы его сын. То есть сын должен побриться в тот день, когда умирает его отец. И вот все образовались, они также побрились. И Санатан Госвами, он ушел в день Гуру Пурнима. И Махапрабху, то есть это пожелание Махапрабху случилось, чтобы он, поскольку он олицетворял собой Гуру Таттву, то есть, соответственно, ушел в день Гуру Пурнимы. Like Uddhav coming to Brajadam, they give a nickname. They don't speak Uddhav. They say Uddhav. They can speak Uddhav. Раджаваси, если кто-то приходит в Брачадам, они дают какое-то сокращенное имя. Если Уддав, например, приходит, его Уддав просто называют. When actually you see, Санатан Госвами disappeared. И вот Санатан Госвами, когда он ушел из этого мира, все в Раджаваси не решили побриться в честь этого. As that is called Muri Purnima. Поэтому на Раджаваси это зовется Muri Purnima. То есть та Пурнима, которую все приветствуют. И вот Санатан Госвами ушел в этот день. I started with a sloka, you can remember. Я начал Same sloka is applicable for. И эта шлока, она также totally applicable полностью применима к Санатане Госвами. That's why Raghunath Goswami was writing. Raghunath Goswami пишет. Raghunath Goswami was writing. Vairagya yoga bhakti rasam prayatna irapaya yatmam anuvipsha mandam. Kipam Bodhirya Svanatanam. Tvam Prabhu Masrayami. Svanatan Prabhu, I like to taste Satyam Bhurutu Sanskritasanatam Svanatanam. Vairakva Yoga Bhaktira Samprayatnai Rapayayatman Anuhipshimandham. Raghunath Das Goswami speaking. И Raghunath Das Goswami говорит. Raghunath Das Goswami speaking. That I am blind actually. I don't want to drink the nectar from the lotus feet of Krishna. Vairagya yoga bhakti rasam. But my Gurudev, Sikha Guru, Sanatan Goswami Pad, so merciful, so merciful, so merciful. Gurudev, настолько милостив, he wanted to give me a taste of. You see, you are, I know you are less interested. Я знаю, что ты, может быть, не заинтересован, но все же приди, и он силой открыл мой рот и дал мне каплю этого нектара. Попробуй. Он дал мне вкус. I never want to drink the nectar. Я никогда не хотел принять этот нектар, но мой Гурудев Сикша Гуру, он настолько милостив. So merciful, that you wanted to give me the taste of that nectar. Please, my boy, come and take the nectar. Just to, okay, you are, I know you are less, still, you open your mouth. Like medicine, mothers, they are, как children, лекарство, когда мать ребенка, мать дает ребенку какое-то лекарство, не хочет принимать, но и таким же образом я получил этот вкус нектара. Я никогда не хотел принять этот нектар, но Санатан Госвами, он настолько милостив, что силой дал мне вкус этого нектара. И когда я почувствовал ее вкус, я понял, что он уникален. Он очень прекрасен. И таким образом я обрел вкус к нему. Kipam Mudir. Actually, he is the ocean of Kripa. Same sloka. И вот в этой шлоке говорится об океане милости. Мы хотим принять прибежище у этого Санатана Госвами. И вот смотрите, Санатан Госвами Пад, он настолько милостив, что если я буду говорить о Санатане, я не смогу закончить. Detailed discussion.
Это очень обширная тема. И вот Санатан Госвами Пада, он очень милостив. Я могу привести пример, вы будете смеяться. Санатан Госвами Пад, много книг составил по наставлению Шри Чайтаньи Махапрабху. Однажды, чтобы получить даршан Шри Чайтаньи Махапрабху, Санатан Госвами из Вриндавана отправился в Пурушоттам Даму пешком. Шри Чайтаньи Махапрабху пошел через лес Джараканда. Санатан Госвами Purushottam Dham, by chance due to bad water, he developed some scabbage. Пришел в Пурушоттам Дам и из-за какой-то плохой воды по дороге он выпил эту воду и заболел. Какая-то у него чесотка началась. Full of blood and you know bad blood. Проказа или как ну что-то такое, болезнь какая-то. I was taking shelter there in. И он жил. Chhoto Haridas Thakur. Haridas Thakur, Namacharya Haridas Thakur. Рядом с Намачари Харидас Такуром. You know, there, nice place in one garden, they used to. Near Gambira. Sanatan used to go. Рядом с Гамбирой и Санатан ходил туда. Вот Санатан Госвами, он никогда не ходил в храм Джаганатха. Санатан Госвами, он боялся, что я из низкой касты. Я еще вот больной, и я падшая душа, и поэтому у меня нет возможности войти в храм Джаганатха. И также Санатан Госвами, он избегал главной дороги Джаганатха, поскольку если какой-то панда пуджари, севак Джаганатха может прикоснуться ко мне, то это будет оскорбление с моей стороны. И Санатан Госвами Пад, он никогда не ходил через эту главную улицу. Use that main track of Jagannath Temple. Because somehow Panda log, those who are seva, they are going here and there. Somehow if they touch me, then они ходят туда-сюда, если они прикоснутся ко мне, я совершу оскорбление. Я падшая душа, и поэтому Санатан Госвами он решил броситься под колеса Радха-ятры, под колеса колесницы Джаганатха. Но так или иначе, Махапрабху смог осознать это. Он пришел к Санатане и сказал: «О, Санатан, что это? Если ты хочешь умереть, отдать свою жизнь под колесами колесницы Джаганатха, это плохо. Поскольку ты уже отдал свою жизнь мне, ты уже предался мне, у тебя нет права над своей собственной жизнью. Поскольку твоя жизнь — это уже моя жизнь, ты должен следовать мне. Если ты хочешь оставить свое тело, это плохо. Это моя собственность. Ты полностью предавшаяся душа. И почему ты думаешь негативно? You surrender mean already you give your body and mind everything to me. Что ты предался мне, это значит, что твое ум и тело, оно не отлично от меня. И как ты мог подумать, что ты совершишь самоубийство под колесами колесницы Джаганатха? О, Харидас, что это? Если я дам тебе какую-то вещь, какую-то собственность на хранение, то если у вас право распоряжаться и тратить эту собственность, это моя собственность, у вас задача только защитить это сохранить. То есть если вы будете тратить эту собственность, которую я вам дал, это плохо. И Харидас сказал: ты очень удачлив. All your previous family members, что все ваши, вот, вся твоя семья, о Санатан, ты, Рупа, Джива,
Они все живут во Вриндаване. To publish all books, you know, regarding они пишут книги о Расататве, Садхантатве и Шрути Смриди Пураны. И они собирают свидетельства из этих Шрути Смриди и Пуран. В этой шлоке подобно говорится. All they collect different kind of scripture evidence and compile different kind of books. So Haridas Thakur took the topmost lucky. Все это привели в такому к концентрированному виду. То есть они подобно спахтали океан писания и извлекли сливки для нас. И также они проявили лила стали различные места лил Господа, что это Говардхан, Радакунда, Шимакунда и прочее. Они составили различные книги, с помощью которых мы можем знать все. We can get havoc knowledge. Мы можем by the mercy of Rupa Sanatan, вот, по милости Рупы Санатаны все знания мы от них можем обрести. И вот сейчас суть в том, что когда Харидас Такур говорит, что очень удачливо, вся ваша семья Рупа Санатана. И Санатан говорит, что нет, все, главная обязанность не у меня, а у тебя, что правда? Да, поскольку ты намачарья. Нам это главное. Через Харинам вы можете обрести все. Через Харинам вы можете обрести все. Рупануга, Рагануга, Баджан. Без Харинама это ничто. И вот Санатан Бихами говорит, ты самая удачливая личность, поскольку Господь сделал тебя нам ачари, а нам Он выше всего. Поскольку нам и нами, то есть и святое имя, и тот, кого именует этим именем, Кришна, имя Кришны, оно наивысшее. И если сравнивать имя Кришны и Кришна, имя Кришна, оно превосходит самого Кришну. И вот без имени ничего нельзя обрести, и ты намачарья. Мы выражаем тебе наивысшее почтение. Ты лучший из всех спутников Шичитани Махапрабху, поскольку ты намачарья, и таким образом Санатан Госвами Пад, каждый раз он плакал, если Шичитани Махапрабху хотел обнять его. Он говорил, не обнимай меня, поскольку мое тело, оно покрыто этими язвами. When you embrace me, or you touch me, or you know this filthy, dirty thing touching your heart, I feel sorry for that. Chaitanya Mahaprabhu speaking, no. И вот Шичитани Махапрабху говорит, нет. The body of Vaishnava is transcendental. Тело Вайшнава, оно трансцендентно. The body of Vaishnava, pure Vaishnava is transcendental. Тело чистого Вайшнава, оно трансцендентно. If I cannot embrace you, если я не могу обнять тебя, если я чувствую какое-то отвращение, то Кришна накажет меня. Если я не прикоснусь к твоему телу, то тогда Кришна накажет меня, и поэтому я хочу обнять тебя. Когда я обнимаю тебя, я чувствую аромат чандан. О, Санатан, когда я обнимаю тебя, я чувствую аромат чандана, сандала. И когда Санатан начал плакать, Махапрабху опять обнял его. Он говорит, нет, не прикасайся ко мне. И когда Махапрабху все же обнял его, Санатан, он исцелился. Golden complexion, so nice.
И вот Санатан начал плакать: «О, Прабху, я раньше, мне было лучше, почему ты исцелил меня? Это плохо». И таким образом, смотрите, Санатан Госвами, он даровал милость всем нам через различные писания. Хари Бхакти Виласа, которого составлена Санатана. Изначально Хари Бхакти Виласа была составлена Гопал Бхатта Госвами. Очень такая небольшая книга. И также... Брихат Бхагаватамрита, все другие книги, Дасам Типпани, комментарии на десятую часть, very special commentary. Особый комментарий. Now, actually, when we find, и вот сейчас, когда мы находим Гопал Бхатта Госвами giving clue of Astakalin Lila, Rupa Goswami Pada also giving clue of Astakalin Lila, on the basis of which Vishwanath Chakravarti was writing and Krishnadas Kaviraj Goswami writing all in details. Vishwanath Chakravarti was also writing. Лилу. Кришна Бхавнамрита. И Вишванат Чакравати тоже написал эту книгу. Is actually unique. И вот Кришна Лиламрита, уникальная гранта. Она написана Астакали Лилу, сокровенные лилы, но у нас нет права прикасаться к ней только тогда, когда мы получим полную милость Рагануга Бхакти, то тогда мы сможем читать эту книгу, поскольку со слов Шрилы Прабхупады это наивысшая цель, но у нас нет право прыгать прямо сейчас. So this way actually, и вот таким образом Брихат Бхагаватамрита и все различные остальные писания были составлены Санатаной Госвами. И время от времени Санатан Госвами путешествовал по местам Лила Кшетры. Этих мест, где Кришна являл свои лилы. To discover lila spot, чтобы обнаружить, where, what lila Krishna done. То есть, где какая лила происходила, where, what lila? Что делал Кришна в этом месте? Рагунат Госвами однажды решил спрыгнуть с Говардхана, чтобы покончить жизнь самоубийством. И вот когда он пришел во Враджадаму, обрел общение с Рупой Санатаной, то тогда он забыл об этом желании оставить свое тело. И Рагунат Госвами, он пишет, что... И вот Рагунатха говорит, что без общения с Рупа и Санатаной Госвами я был обречен на смерть. Я был на волоске от смерти. Я практически умер. Но по их милости, они настолько милостивы, Рупа и Санатаной Госвами, они сохранили меня. As a younger brother. Я был их подобный младшему брату, и я слушал о Кришна Лиле, поскольку Рагунат Дас Госвами, он жил в Гамбхире последние 12 лет. Он слушал все лилы, он был свидетелем этого, он знал все. И в то же самое время он слушал Сиданту от Гурудева. От кого? От Сваруп Госвами. Все время. So, и вот Кришнадас Каварач Госвами говорит, те люди, о которых я пишу, у меня нет способности, авторитета. Но все же, по милости Вайшнава, по наставлению Гуру и Вайшнава, они хотят слушать о Гуру Лиле. И я так получил общение, великое общение с Рагунатом Даса Госвами, у Рупа Саната. Так или иначе, я получил...
One short note written by Sarva Gosai. Karcha, I mean short note. Читал, Karcha, это такая... We are authentic note, we are getting two authentic notes. One такая, is, one сказать, Karcha is written by записка авторитетная. Одна, это Karcha написано Sarva Gosai. When Chaitanya went to Nilachal, когда Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Нилачал, in that Karcha, and previous life when Chaitanya Mahaprabhu was there in Navadvip Dham, that is written by Murari Gupta Karcha. И Мурари Гупта также написал Karcha. So, когда Махапрабху был в Навадвипе, и вот говорит на основе этих коротких записок и то, что я слышал от Рагхунатха Даса Госвами, от Санатана, and now today I'm compiling this book. То I have no capacity. Составляю эту книгу по этим свидетельствам. У меня нет способности, но по их милости, под милостью Шести Госвами, я делаю это так или иначе. Я не знаю, поскольку я подобно... Я практически умер, мне было более 90 лет. Мои руки тряслись, я не мог писать должным образом. Я видел тоже руки моего гуру, да, уже такого преклонного возраста, он не мог, они тряслись, он не мог писать как следует. I'm actually now вот in old age, almost blind, I cannot see properly what is недостатки, what. Что я не могу видеть, I cannot see properly, my hands shaking, my brain cannot work properly, but this is a magical spell. Но, иначе, but just like a magical spell, подобно, how под влиянием какой-то магии, Кришна Дас Махараджа с вами говорит, Egonto likhai more madana mohon, Egonto likhai more madana mohon, Amar likhun jano sukher pathon. Like parrot. Вот подобно попугаю, если вы научите попугай будет повторять эти слова. И Кришнадас Кавирадж говорит по милости Мадана Гопала. Я написал эту книгу, иначе в таком возрасте это уже невозможно для меня что-то делать, но так или иначе, несмотря на то, что я могу умереть в любой момент, Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что если я умру, я не смогу закончить эту книгу, поэтому я не могу ждать долгое время, и лучше в предисловии я лучше дам намек на Гауранга Лилу. Поскольку если я умру, вы не узнаете об антим лиле. If by the mercy of Madan Gopal, вот, if I can keep my life Gopala, till then, I can discuss in details пор, by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Я по милости его Ишри Чайтаньи Махапрабху я могу so now, закончить see, эту книгу. И вот Sanatana сейчас Gosvami, смотрите, Санатан Госвами, Кришнадас Кавирадж Госвами, они говорят так. And и наш Рагхунатх Дас Госвами Он Таттвагьян Ачарья. Рупа Госвами Абхидайгьян Ачарья. Саммандагьян Ачарья он Санатан Госвами Пад. Положение Саммандагьян Ачарья, но наивысшее, хотя в онтологическом смысле, как Шикшагуру, так и Шикшагуру, они не отличаются, но суть в том, что без Саммандагьяна вы не можете начать баджан, и поэтому Саммандагьян Гьяначарья, он наивысший, Абхидей, это значит практика, как делать, а наивысшая цель, то, что мы хотим обрести, она показана Рагхунатхом Даса Госвами. Я могу это все более подробно обсуждать, если будет больше времени в будущем. In front of Radharani, и вот перед Радхарани, Радхадасья, Радхадасья наша наивысшая цель.
Рагхунат Дас Госвами день и ночь они плачут на берегу Радхакунды и чувствуют: «О Деви, о Даямани, о Радхарани, мы умираем, приди и защити меня. Кто, кроме тебя, может спасти нас?» О Радхарани. Деви, наёмам, тава чаранантикам. I like to reach your lotus feet. Я хочу достичь твоих лотосных стоп. Я не могу уйти. Я недостоин. Но если ты дашь мне способность, если ты благословишь меня, тогда все будет возможно для меня. Пожалуйста, приди, забери меня. That's why и поэтому Рагхунат Дас Госвами, он Прайоджан Даттавачарья. И вот Рагхунат Дас Госвами говорит, что без общения с Рупой и Санатаном я практически умирал. Санатан Госвами, он настолько милостив, он очень милостив, что даже Чайтанья Махапрабху не может сказать, насколько милостив он. И Нитьянанда Прабху тоже. Я могу привести прекрасный пример, вы будете смеяться. Однажды Санатан Госвами Пад, он пошел на Ямуну, чтобы принять омовение там. И когда он принимал омовение в Ямуне, повторял какие-то мантры, и в то же самое время какой-то скорпион он укусил его, упал с дерева в воду и укусил его. И вот он умирал, а этот Санатан взял и передел скорпиона на ветку дерева, опять положил его, и этот скорпион укусил его в процессе. А поскольку его тело, оно трансцендентно, он... не чувствовал те боли. И вот потом опять принимал омовение, увидел упавшего скорпиона, он спас его. Опять на ветку дерева его положил. И какой-то ребенок там тоже принял омовение и говорит: «Что ты делаешь? Зачем ты спасаешь этого скорпиона?» Scorpion naturally wicked. Он как бы why you are trying to... ничего хорошего нет, он again and again, кусает you know, снова и снова. You. Then Sanatana Goswami with tears and eyes speaking is wicked. Sanatana Goswami, он со слезами на глазах говорит, что да, по милости Кришны, он такой, плохой скорпион, но по милости Кришны, я могу что-то хорошее для него сделать. Для этого скорпиона, обусловленной души. Может быть, это змея или скорпион, они ядовиты, они укусят меня. А то, что Кришна дал мне милость, я могу оказать им свою милость. А скорпион или змея, у них есть яд, и они могут дать мне то, что у них есть. То есть, если они ядовиты, они могут укусить нас. А у меня есть милость Кришны, я хочу распространить эту милость Кришны всем, что плохого в этом, пускай меня кусают. И посмотрите на состояние Санатана Госвами. Настолько милостив он для нас всех. Cockroach, any jivatma, jackal, cats and dogs, rat, for everybody. For everybody. For each and everybody. You hear. Try to hear. For each and everybody. Каждого. Санатан Госвами говорит, он всем оказывает свою милость.
Однажды Акбар Ватса, один делийский царь, он приехал с Дели, чтобы как-то послужить Санатан Госвами в Баджан Кутире. That king always repeatedly requesting, царь, он просил его: «О Госвами, I'm a fallen soul, if you can take some service from me, ты примешь от меня какое-то служение, я хочу послужить тебе». А Санатан говорит: «Нет, ничего нет у меня, иди». «Нет, если ты можешь дать мне какое-то служение». То тогда Акбар Ватса говорит, Санатан говорит: «Смотри, есть вот хорошо лестница, я вот на Ямуну, когда хожу, там сломано снизу какие-то ступеньки». So, could you rectify that? И если ты исправишь это, починишь, то это хорошо будет. И этот Акбар Ватса, он начал возмущаться, что я царь, я император, ты просишь меня исправить какую-то лестницу. И Санатан понял его настроение и сказал: That's for. Вот иди посмотри, okay. Иди туда. И когда Санатан показал на то место, этот Акбар Ватса, он увидел. Он увидел трансцендентное Вриндаван на часть секунды. Он увидел всю красоту Вриндавана. Vrindavan for fraction of a second. Oh my God! Акбар Ватса gone mad. What is that? Акбар Ватса, он one jewel, увидел, что те драгоценности, которые в этом украшают эти ступеньки, эти то лестницу. If I want to take one, so costly. Even if I sell my whole kingdom, если он продаст все свое царство, то у него будет недостаточно денег, чтобы починить эту лестницу, подобрать такие же драгоценности. И он сказал: «Прости меня, я был очень горд, я думал, что я смогу что-то сделать, но для меня невозможно починить эту лестницу, она трансцендентна». Он так извинился. И посмотрите, насколько велик Санатан Госвами. Однажды Шанкар Бхагаван, Каши Вишванат, к нему пришел один бедный человек с Бардамана. У него было мало денег, он не знал, что делать, и так молился Каши Вишванатху. И вот он хотел выдать дочь замуж. How to arrange? Because no money, nothing. Что делать? Денег нету. И вот он плакал и пошел к Каши Вишванатху. Совершил парикраму, предложил воду ему, цветы, листья было. И говорит: «О, Господь, я очень беден, я хочу выдать мою дочь замуж, и, пожалуйста, помоги мне». И ночью Каши Вишванат пришел во сне к этому браману и говорит: «Иди во Вриндаван, ты можешь пойти к Санатане Госвами, он настолько богат, он может дать тебе любое количество денег». Then next day that man going to и вот этот человек пошел во Вриндаван, нашел Санатана Госвами, пошел к нему в Баджан Кутир, начал плакать. И Санатан спрашивает, что случилось, и он говорит: «Каши Вишванат отправил меня к тебе, почему? Чтобы получить богатство». Какое богатство? Да. И Каши Вишванат сказал:
что ты очень богат, и ты можешь дать мне что-то, чтобы решить свою проблему. И вот Каси Вишванат не может говорить лжи. А проблема в жизни этого человека, то есть была, когда надо дочь была замуж выдать, но настоящая большая проблема – это осознать, нужно было ему, кто я. To solve this problem, и чтобы решить эту проблему, Каши Вишванат сказал, он сказал это так, а Браман неправильно понял. И вот Каши Вишванат, он лучший из вайшнавов, ему виднее. И вот он эти проблемы как бы решит обе. И вот Санатан Госвами сказал, кто тебе сказал, приди ко мне. How possible? I'm penniless. I don't know Каси Вишванат. Каси Вишванат sending. Сказал, ну как это возможно? У меня нет ни копейки. Каси Вишванат sending me to you. Ну как сам Каси Вишванат послал меня к тебе? Почему? Чтобы обрести какое-то богатство. Но смотри, я сам беден. Но что делать? И вот Санатан, он вспомнил, что у него был этот тачстоун, философский камень, который я где-то спрятал. Он мне не нужен, я ему, могу отдать. И вот он показал это место, где был закопан этот философский камень, что даже копай, здесь ты найдешь. И после этого Браман получил этот камень и сказал, что с ним делать. Но он сказал, что это не просто камень, а тот камень, если ты прикоснешься им, чему-то станет, этот пример станет золотом. Он начал проверять и действительно очень обрадовался, что я стал богатым. Наконец-то я стал сказочно богат по милости Каши Вишванатха. Я стал богатым. И вот это бегал в радости, и тут мысль к нему пришла, что нужно еще подумать, что же есть у Санатаны. So that he ignored this property, забыл like, you know, об этом философском камне. Like stool and urine, что же like stool and urine, есть у него еще? This, you know, property, what property is Sanatana Goswami having? I need that property. И мне нужно то, что есть у него, более ценное. Он пришел к нему опять и говорит, нет, мне этот философский камень не нужен. Почему? А поскольку я хочу обрести то, что находится внутри твоего сердца, и он выкинул этот камень в Ямуну. И начал просить у Санатаны то, что больше богатства, которое он имеет, и по милости Санатана, он обрел свое настоящее сознание, он осознал, что он вечная слуга Шри Кришны. А наше богатство – это Кришна Према, это любовь к Шри Кришне. И Махапрабху говорит в эти слова. Кришна Према – это единственная собственность для Кришна Према – это единственная собственность для Дживатмы. А эти дживы, они глупы и не могут понять, что говорить, сказать еще. Я хочу сказать больше о Санатане Госвами, но времени мало. Please excuse me. И, пожалуйста, простите меня. Ванча Калпатарусья Кипасинду Бхавитидан Бхавана Бхавишна Бьюна Кипасинду Сусанкурно Сарва Саттопу Каракаха Нисприя Сарва Тоху Сиддхо Сарва Видда Вишарадаха Сарва Сансайо Санчитта Анолоса Гуру Рай. So you can find total application. И вот можно найти. You can find total application of this sloka. You can find total application of this sloka. Олицетворение этой шлоки в жизни Санатана Госвами, то есть эта шлока полностью проявлена в его жизни.
Я молю Рупу и Санатану о их милости, чтобы они благословили меня, чтобы я мог находиться на пути Баджана и продвигаться по нему и обрести вечное служение.